Спрашиваем у саратовцев про работу водоканала. Как оцените, что скажете, в общем, вот за последнее время? Хорошо, плохо с водой они занимаются? Знаете, у меня пока нет с этим проблем, поэтому мне нечего сказать. Ну, в общем-то, хорошо оцените? Вода течет, поэтому в доме я имею в виду, поэтому переживаний нет, извините. Ну, не знаю, на троечку, наверное, наценим. Почему? Ну, что-то слишком течет все постоянно. Мы живем в Красном Текстильщике, в районе. Но сейчас вроде как после всех жалоб вроде опять нормализовался. Вот Красный Текстильщик, он же теперь Саратов? Да, Саратов. То есть у вас было плохо, стало лучше? Было плохо, с самой жарой мы, конечно, сидели без воды. Вот на конце линии кто... часто. Но сейчас ничего. Вот последнее время, вот как-то недели две, три, наверное, нормально. Везде текет. Не пройдешь. Плохо, конечно. Вот я вам говорю, Агафоновка. Вот течет бесконечно. Бесконечно. Столько воды утекает. Вот сейчас течет уже неделю. С горы, я не знаю, там они как говорят, частный сектор, не частный сектор. Но дело в том, что когда обращаешься, они приходят, говорят, вы своими силами устраняете. Ну вы разберитесь, чье это. Мы готовы устранять, чье это. Вот сейчас течет с горы конкретно. Адрес назовите. Так, у меня Первая Поперечная, угол Первой Поперечной, наверное, Первая Парковая. Прямо с угла школы, лицея номер 2. Вот с этого угла. И течет прямо на Дружбу, на дорогу. Вот тут постоянно льет вода. Поэтому я не могу оценить. Постоянно льет вода. И вот сейчас там сделали, и опять льет. Все нормально. Вода есть, хорошо? Все есть, вода есть, вся. Ну, она хорошо тянет. Ну, четверочка. Да. Не хорошо. Знаю, не могу сказать. Никак... Вода есть, все устраивает. Есть, да, все устраивает. Вода плохая идет из крана. Ужасный, с запахом идет. У нас в доме вода есть. Но вот здесь постоянно реки текут. В общем-то, я не знаю, откуда она. В общем, как оцените работу? Удовлетворительно. Есть что сказать. У меня за эту неделю два раза, трое суток мы сидели без воды. Адрес? Лунная 5. Сегодня гуляю с собакой и вижу машину водоканала. Мне стало страшно. Слава богу, дом напротив. Залезла почитать, это у них отключение воды. Без предупреждений, без ничего, тяжело было. Двое суток сидеть без воды. Без подвоза, который они так и не организовали.